я Роман, и сегодня мы продолжим. Готов выдвигаться? Конечно, готов, давайте. Готов? Вперед. Тогда двинули. Двинули. По местам. Ты, Артём, садись сюда. Никто да. ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, пошли. Вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Двинули. Ну, это коронная фраза, видать. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Готов, давай. Да, Артём, наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. И опасно. Главное, самое выделил. Опасно. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Да. Ну что ж, давайте начнем. Дальше. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ну да. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. Действительно. А что нам такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Это что вот это вот было? Клюк, что ли? Осторожней там. Ничего, мы на дрезине, а у жены все будет хорошо. О, оружие появилось. О, а что так мало патронов? Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артём, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Что-то не так. Ты про кого говоришь? Какие они... Что за фигня? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? Эй, чё за... Чё это было? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой. Что это за парень?
Нет, нет, уйди, уйди, уйди нафиг, уйди от меня. О, жесть. Нравится это звук. Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Прости, Борис! Ай, бесполезно! Боже, стреляй! Стреляй по ним! Кого, в кого стреляет? Где? Кого? Проснитесь! И мы все сдохнем здесь! Уйди, 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 уйди! Уйди! Помоги! Э, в смысле? Я ж тебя стрелял! Спасибо. О, с одного выстрела убивается кто-то. Уйди, уйди, уйди. Ну уйдите вы, твари! Уйди! Да уйди ты! Уйди! Мы почти у блокпоста! Уйди! Уйди! Что тут такое произошло? Э, куда пропал-то? А! Ты ж тварь! В смысле? Что за фигня? А, это было так задумано. Чего их так много? Давай, побежали, бежи, бежи! Беги! Беги! Напряженка такая. Твари. На тебе, на. Пропустить по стаканчику не помеш... На тебе, тварина. Фух, блин, это капец было, конечно. Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее, но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ну, давайте. Вот два бурбон. Видать, с бурбоном будем знакомиться. Ладно, мужики. Давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! Да, за кого за меня. За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. Твое здоровье. Давай, Тёмка. Давай. О, отлично. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно! Надо проверить. За удачу,
и за Артём. Твое здоровье. Ну давай. Еще раз. Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попадет. Ладно. Погнали. Дальше посмотрим, что тут есть. Короче, Трончики. Мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно? Вы грубые садоводы. Как смеете вы препятствовать мне? Трончики. Я имею полное право свободно передвигаться в метро. О, смотрите-ка, на пианино нормально играет, это на гитаре там чуть-чуть. Что ты сейчас сказал? Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А вот я тут ты накосячил, парни. За Артема. Так, что это было? Какие-то странные тени, чьи-то голоса, шепот, плач, неслышные, но до сих пор продолжающие звучать в моей голове. Есть метро-туннели, про которые ходят жуткие легенды, но я ничего подобного я прежде не слышал, и надеюсь больше не услышу никогда. Нам не сказано повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Наверное, так оно и есть. Патрончики. Как много патронов. Слышь, блин! Ты себя так даже в детском саду не вел. У вас детский сад был? Да, ну ладно. Сейчас я тебе табло начищу, не маяч тут. Здорово, пацаны. Привет. Нет, нельзя, ладно. Прогуляемся по станции. Я скажу. Перегон к станции Проспект Мира перекрыт. Временно. Крыса бы была. О, метро 2033. Хм. Везде отсылки лежат. Налетай, разбирай. Так, давайте, наверное, тюнингуем. Прицел нам не нужен. Так, это чё? Длинный ствол. О, глушитель. Вот глушитель, наверное, нам пригодится. Да, давай. Установим глушитель. Тут чем? Ну, это нам тоже не надо. Хотя, знаете, наверное, давайте установим коллиматор на прицел. Пригодится. По стелсу проходить. Да-да. Да-да. Тебе что? А, ну это со временем появится. Это полезная штука. Отличный курс. Меняйте Отлично. Только у сертифицированного менялы. Вот, у меня. Давай, давай. Дробовик. Пистолет. Чё типа? А, всё. Благодарим за покупку. Да, пожалуйста, всё равно. Так, здесь я был. Здесь чё? Еще патрончик. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Я больше не могу терпеть. О, я бы тоже хотел на ней покататься. Спасибо. Отдайте один патрончик. Пожалуйста. Эй, малыш, иди плачу у своих родителей. Похоже, мне пора. Запахло коркой. О, еще один. Так, Рижская. У нас на ВДНХ ее жители всегда считали неудачниками, что ли. То у них свиньи какую-то хворь подхватят, то
то протечки обнаружатся, то челноки их на проспекте Мира загуляют и всю водочку пропьют. Хорошие люди рижане, не злые, гостеприимные, но не путевые. Всегда мы их жалели, всегда над ними посмеивались. Мы-то знаем, как надо, у нас-то на ВДНХ все правильно налажено. И вот я впервые завидую рижской, у них тут мир и покой, обычная жизнь. Они еще не слышали о черных, а те, кто слышал, не поверил. Но если я ничего не смогу сделать, черные сметут эту станцию в одно мгновение. Кончится это все. Улыбчивые, неуклюжие люди, мирная, нескладная жизнь. Будет кровь, будет пустота, надо спешить. Да, надо спешить. Здорово! Здорово! Слушай, да тут еды. На. Благодарю вас. Да прибудет с вами сила. Да прибудет со мной сила. Это не мне, это моей маленькой сестренке. Один патрон, всего один. На. Спасибо. Какие тут все-таки попрошейки-то, а? Ты Артём? Да. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Ну на. Спасибо. Пошли со мной. Пошли. Так, ладно, давайте еще проверим, может тут что есть. Эй, чего отстаешь? Ты где? Ладно, потом. Самое страшное, пошарим на Севастопольской службе. Догоняй! Я даже из остатки этого... Еще погуляю, что-то... А ты испугался, то бежал отсюда... Ты где там? Здесь я. Эй, чего отстаешь? Они запнулись, Господи Иисусе! Догоняй! Да. Спасибо! Пожалуйста! Плеваться-то зачем, козел? Вот даешь им деньги, даешь, а они в лицо плюют вот так вот просто. Вообще, уроды. Ты где там? Да здесь я. Толчки. Вот что за место. Догоняй! О, патрончики. Ты где там? Я здесь я. Эй, чего отстаешь? Видишь, я ходил. Сам. Догоняй! Ты где там? Да здесь я. Слушай, пацан, ты заколебал. Догоняй! Видишь, я все обследую. Вон он сидит. Ну ладно, подойди-ка. Мне пора. Пока. Ты Артём, да? Садись. Так, есть в метро поговорка. Нет хуже товарища, чем случайный попутчик. Да больше... Положиться не на кого. Странный тип этот Бурбон. Ну что я ему сдался? Видно же с первого раза. Он эти туннели знает на зубок. Слепой пройдет. Сказали ему, что на меня муть не действует. Он и поверил. Я сам не верю. Да до сих пор, а он верит. Ладно, черт с ним. Доведет меня до проспекта Мира, не попытавшись прикончить потихоньку в темном уголке, и на том спасибо. Ну да. Пошли сядем. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта.
Меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да, давай. Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Действительно. Ну давай. Возьмем патроны. 15 патронов. Нормально. Пошли. Ну чё, куда? Тупишь ты, бурбон, конечно. Владимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. А я тоже не помню, сколько. Искусство живет вечно. Да-да-да. А, я ж тут проходил, ну. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Итак, ребятушки, давайте заканчивать. На этот раз и так хватило. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем до встречи, всем пока. До следующей серии.